Всем привет, вы на канале «Наша жизнь в Америке». New life, it's my life. Всем здравствуйте. Сегодня мы едем с вами в магазин Burlington. Это магазин, он чем-то напоминает магазины Ross, там, где всякие... Marshalls, да. Там всякие собраны различные бренды, и все они гораздо дешевле, чем в фирменных магазинах. Там бывают очень большие скидки, большие распродажи. И едем мы туда, потому что наша дочь замерзла, и ей нужна теплая одежда. У нее как терминатор. Да, мне нужна твоя одежда. Одежды-то у нее хватает, но, в общем, к такому мы не были готовы, к таким заморозкам. Ну, не заморозкам, просто к прохладным погодам. Ну, хорошо. Но заморозков у нас нет. Слава богу. Сплюнь. Ну, это версия. Вот. А вообще там цены, в принципе, сразу как туда что-то приходит, одежда, обувь, какие-то бытовые вещи, там мебель, там, я не знаю, утварь какая-то. Все изначально ставится дешевле, чем в дорогих магазинах, потому что это, скажем так, могут быть вещи уходящего сезона. То есть, если вы покупаете сегодня там купальник, то значит это купальник весна 2018. Я думаю. То есть в определенных кругах. Может быть даже 17. Ну, 18, зайка. 17 очень редко. Обычно полгода и они туда уходят. Пока я делал фотографию магазина, мое семейство рвануло по бездорожью прямо в магазин. В общем, как мы вам и сказали, наша цель — покупка кофты типа байки, футболки для дочи. Вот, пока она будет выбирать с Маришкой, я пойду похожу, поснимаю для вас кроссовки. Ну и потом снимем, посмотрим там по одежде что-нибудь, покажем, что купили для нее. Наше семейство в дворе. Что? Мы уже греемся. Вы можете уже всем сказать привет. Привет. Сашка. Привет. Мама. Я думаю, нам привет, нам сразу туда нужно. Давайте, куда туда? Туда, где для больших девочек и мальчиков. Для больших девочек и мальчиков. Ты у нас большая девочка, так тут все для больших девочек и мальчиков. Нет, ну есть же детская одежда, но, наверное, в детскую выходят. Блин, давайте лучше вон то платьишко купим. Да. Парам-парам-парам-парам. А то на Новый год. Ну что, я, наверное, пошел в кроссовки. А вы когда выберете, позовете, будем мерить тогда и показывать. Пошли. Как хотите. Все, мы пошли. Мы идем в кроссовки. Ко мне обратилась одна подписчица. Она попросила показать кроссовки мужской обувь больших размеров. Ну вот я не знаю, тут будут ли туфли, но спортивная обувь больших размеров точно здесь будет. Сейчас мы ее снимем и все покажем. Сейчас я с Антошкой в отделе кроссовок, и мы будем вам показывать, какие кроссовки, каких размеров, за сколько можно купить. Ну, давайте по порядку. Сейчас, подожди, Антошу подвину. Вот, ассистент будет мне помогать. Значит, вот такие вот кроссовки Nike. Цена $50, размер 18. Ну, нас просили вообще 10-14 смотреть. Ну, уже как пошли, так пошли. Значит, смотрите, были $50, сейчас $15, размер 19, 19К. Так, что с белыми, ассистент, помогай. Белые кроссовки Nike, цена 50, размер 14. Белые парусиновые кроссовки. Это тот размер, который уже интересовал нашу подписчицу. Ставим их сюда. Так, поехали. Синие кроссовки Adidas. 14 размер, $45. Вот такие. Так, кроссовки Reebok. Белые, но они, скажем так, не кожаные. Там частично будет кожа, частично вставки из зама. Так, цена $30, размер 14. Такие вот кроссовки Reebok. Так, значит, что у нас сверху?
сверху у нас синий Adidas стоит за $40, 14 размер. У нас есть вот такие вот кроссовки Nike, $50, 14 размер. Это пошли здесь у нас шиповочки. Шиповочки. Сейчас мой ассистент достанет ценник, а я пока посмотрю Adidas. Сейчас, подожди, зайка. Так, значит, Adidas. $45. Размер 14. Вот такой вот зеленый Adidasик. Так, что там у нас, Антошка, по шиповкам? $20. Размер? Я не знаю. 12. Нет, 12,5? Нет, вот он, да? Размер. Вот этот. Я думаю, может быть. Так, еще есть вот такие вот черные шиповки. Посмотри, пожалуйста, что здесь. А, нужно 3. Давай. $11. $11. А размер? Блин, я не вижу. Вот это маленький, там чем, сколько написано? 13. 13. Не делал. Кроссовки Adidas парусиновые, черные. $45, размер 12, по-моему, с половиной. Так. Вот такие абсолютно легкие парусиновые кроссовки. Стоят они $20, размер 13. Поехали дальше. Ой, сейчас модные туфли вам покажу. Туфли лаковые. Шузы лаковые, шлюбные. Размер 14. Подожди, подожди, Антош. Размер 14, а цена? Снизу. Цена $35. Фу. Так, что у нас рядышком с туфлями еще растет? Давайте посмотрим. Рядышком с туфлями вот такие кроссовки Nike. Цена 29, размер 13. Так. Кроссовки Adidas. Вот такие черные, симпатичные. Ценник $30. Размер 13,5. Хорошие кроссовочки Adidas. Так, что у нас еще есть? Вот, у нас есть вот такая вот Puma. Она у нас замшевая. Она у нас замшевая. Размер 13. Цена $30. Так, давай посмотрим, что у нас вот здесь есть в обуви. У нас есть вот такой вот Levi's. У нас, кстати, дети такие носят. Так, цена $25, размер 13. Есть кроссовки Levi's парусиновые. Цена $20, размер 12. Вот такие вот модные ботинки, Антош, покажи. Блин, сейчас можно достать. Высокие. Блин, они как раз вот на зимнюю какую-то погоду белорусскую. 13 размер. А по цене что? Вот цена. Нету. Нету цены? Цена неизвестна. Вот цена. Цена $20. Кроссовки Adidas. Вот такие. Блин, они очень, они просто офигенно легкие. Супер легкие кроссовки. Сейчас узнаем, что там по цене. Размер 13. А цена $40. Так. Ну, в общем, вот все, что вы видите. Вот такие вот ботиночки. Цена $18. $25, $45. Давайте посмотрим, сколько вот эта Puma стоит. Да? Давай, ассистент. 13 размер. $30. Черная кожаная Puma. Так, вот интересно, ботинки замшевые. Давай посмотрим, Антош. Ага. Вот такой вот ботинок. В смысле два. Сейчас я возьму. Ассистент сейчас разберется, сколько они по цене и по размеру. А я пока вам покажу вот такие.
Nike 50, размер 13. $35 был, $60. Угу. И 13. 13 размер за 35. Adidas. Adidas за 45. Смотрите, бывает размер 14 и больше. Вот такая замечательная цена. 19,99. В общем, на кассе это будет, грубо говоря, $22. Что тут с размером? Сейчас я вам скажу. Так, размер. Тоша, помоги мне. Угу. Размер 17. Давай я поставлю. Упс. Поставить? Такие большие ноги. Так, 17 размер. Вот есть $30. Размер 13М. Есть, кстати, шиповки футбольные. Так, шиповки будут стоить 3,99. Ага. А это дорого или не так? Короче, ребята, кто занимается футболом, вот шиповки Adidas $4. А вот 15. Да, Антоша, я покажу вот это вот. А что это? Вот там? Этикеточка. 14, неплохо. Нет, вот посмотри, они $3 стоят. 4. Подожди, $3? 4. $4? Да. 4.0. За $25 можно купить вот такие. 16,5 размер. Смотрите, какие я нашел. 18. Так, давай посмотрим вот эти туфли. Туфли 13 размер. $25. $25 кроссовки Фила. А вот эти? 14. Вот такие вот мокасины. 12 размер. Цена $8. Это 8, а вот это 4, да? Да. $17. Вот такие белые, очень легкие кроссовки Фила. Ну, это белая, это не кожа, это... Я не знаю, как это сказать. Ну, в общем, это кожзам. Это кожзам. Так. Что у нас здесь стоит? Давай посмотрим. Так, 10,5, а цену не вижу. Ну, просто 10,5. А вот такие вот. А это что? Hilfiger. Это. А, я думал, это был Gucci. Дорогие. 13 размер. А я думал, покажи, это Антоша, Gucci. Сколько он стоит? Сколько он стоит? Верни. Стоит $30. Так, ну давайте еще туфли посмотрим. Мокасины, в смысле. Так, вот такие мокасинчики, они тоже не кожаные. Стоят 25, 10,5. Вот еще есть мокасинчики. Тоже 10,5 размер. А сколько стоят? Почему я не вижу? А, вон внутри. Посмотри. $15. Ага. Ну, большая это. Ау! Сейчас пойдем. Так, мы пойдем, наверное, дальше немножко, ага. Перейдем в более маленькие размеры. 10-11, так, какой? Так, вот у нас размер 12 написано, но это не факт, что здесь будет стоять только 12. Очень классные. Я бы сказал, красно-малиновые какие-то адидасы. 11 размер. Давай по цене посмотрим. Они просто, просто 39,99. Ну, $40. Размер 11. Они очень классные, очень легкие и очень мягкие. Кроссовки Фила. Кожзам $25. Размер 13. Так.
Это что-то высокое у нас. Держан, то, что я его расстегну. Блин, не расстегивается одной рукой. А, ничего себе, это у нас гуси. Ага. Гуси это у нас. Что это гуси? Это бренд такой дорогий, наверное, 10-й размер. Сейчас ассистент это найдет ценник, если найдет. Здесь написано газ. Да. Ну я гуси назвал. Да. А еще есть вот такие вот специальные пляжно-бассейнные туфли. $17, 12 размер. Такие вот прикольные. Короче, там цены не видно, да? Мистер Феликс, мы не имеем. Давай туда ставь. Так, есть вот такие вот. $35, 12 размер. Типа кожаные кеды, типа конверсов. Может, это и есть конверсы? Да, это конверсы. Конверсы? Сейчас я вам покажу. Вот. Это конверс кожаный за $35. Поставь-нибудь. Абсолютно легкая фила. Она будет у нас какого размера? 12 размера. И будет стоить 20? $20. Так. Ну, пойдем еще посмотрим что-нибудь. Так, давай вот мокасины покажем. 12 размер. $40. А, там, да. Вот такие прикольные высокие кроссовки. Кожа кожзам, $20. Размер 12. Поехали дальше. Вот есть абсолютно легкие парусиновые кроссовки RBX. Они будут стоить $20, 13 размер. Вот давай New Balance покажем. Вот это? Да. А 9 размер, что он здесь делает, мы не знаем. Цена $30. Так. Ну вообще-то здесь написано. Вот такой вот Adidas классный. Он будет стоить. Он будет стоить. Мы не знаем, сколько он будет стоить, к сожалению. 12 размер. Сейчас я вам покажу. Ассистент ищет цену. А я пока покажу вот такой за 40. 13. Здесь, к сожалению. Не видно, да? Нет. Пойдем, может, другие найдем. Ну, может быть, вот это. От него? Ну, может. Трудно сказать. Не, это сэндл там написано, типа. Нет. Вот давай такие посмотрим. Давай. Джорданы. Джорданы. Черные парусиновые. Доставай ценник. Вот. О, дорогие. Ну это Джордан, а Джордан дорогой. 12 размер, $55. Что, разворачиваем на другую сторону? А вот это. Какие-то давай вот эти вот на Миху посмотрим. Вот такие вот ботинки. Внутри они немножко какой-то рыбий мех. 12 размер. $25. Туфли. 12 размер. Скажи, Антошка, сколько стоит? $40. $50, 12 размер. Вот такой вот классный Nike. Блин, он просто классный. Он просто классный. Вау. И сколько он стоит? 50, по-моему, я сказал. 50. Смотри. Ну, 50. Вот такие вот красненькие. Адидасы. 12 Спасибо. Размер. Держи, Антоша. Покажи. Адидасики 12 размер. Будут стоить 35. Ботинки кожаные. Просто на баечке. Размер 12. Цены не видно? Нету. Жалко. Давай посмотрим на рядом стоящих.
25 долларов. Так, опять конверсы. Оп. Сейчас узнаем, что почем, какой хоккей с мячом. Почему-то цены не видно. Зайка, глянь, пожалуйста. 12 размер. А что по цене? Вот на 25. 25 долларов. Вот такие вот туфли. Ну, это 7 размер, нас не интересовал. Не будем его тогда смотреть. Поехали дальше. Вот такие классные адидасы. Легкие. Да, то, что я покажу с той стороны. Они замшевые, черные замшевые. Вообще 12. Прикольные. 12 размер. Цена 40 долларов. Ботинки. 11 размер. Цена нету. 30 долларов. 30 долларов. Поехали дальше. Вот такой вот адидасик. И сколько он стоит? 100 долларов. Это адидасик вообще или что? 40 долларов. Нет, это не Adidas, это так, просто какие-то три полоски. Adidas вот зеленый, парусиновый легкий, 11 размер, 40 долларов. Так, ну еще вот такие посмотрим. Это какие-то, я не знаю, что за бренд, 17 долларов, 11 размер. Так, ну давайте теперь просто пройдем по ряду, посмотрим. Просто на то, что стоит. Вот, блин, опять за шиповки зацепился, за какие-то. Прицепился. Сейчас я узнаю, сколько будет. Зацепился, прицепился. К сожалению, не боится, что он стоит. Купа. Сколько эти? 20. Баланс. Оп. 35, 11 размер. Ну, очень лаковые туфли. 11 размер. 22 доллара. Вообще хорошо чувствуется. Приятно чувствуется, да? Это вообще какие-то модные. И тоже неплохо. Они как замшевые. Такие, как у тебя? Ну, только... И цвет даже такой. Ну, в три раза больше. А сколько стоит? Это хороший вопрос. Десятый размер. Сейчас узнаем, сколько стоит. Десятый размер. 25 долларов. А мои сколько стоят, ты знаешь? 17, по-моему, я уже не помню. 10. Цена 25.
35. Это что у нас? Красный Adidas. Очень легкий, очень парусиновый. $35. 10 размер. Очень интересная фила. Ботинки. $20-30. Размер. Тоже на ценнике, он где-то есть. 10. Глянем-то. 10, да? А где они были? Наверх. Ну и пойдем, наверное, сходим в женскую обувь, посмотрим. Да.